Уважаемые коллеги, всего из 23 членов Совета, утвержденного приказом председателя ВАК Российской Федерации, у нас присутствует 17 членов Совета, количественный кворум обеспечен. По специальности сердечно-сосудистой хирургии, ГРИП 1401-26, у нас присутствует 7 членов Совета, качественный кворум также обеспечен. Разрешите заседание объявить открытым. На повестке дня у нас защита диссертации Кандаурова Арсланхана Эльдархановича на тему «Этапные гибридные операции у пациентов мультифокальным атеросклерозом и преимущественным сочетанным поражением коронарных и сонных артерий», представленное соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии ГРИП 1401-26. Слово предоставляется ученому секретарю. Кандауров Арсланхан Эльдарханович, 77 года рождения, гражданин России. В 2000 году окончил лечебный факультет Дагестанской государственной медицинской академии. Далее последовательно обучался в клинической ординатуре и академической аспирантуре по специальности сердечно-сосудистой хирургии в нашем центре. Диссертация. Ближайшие результаты повторных операций реваскуляризации миокарда у больных с возвратом стенокардии после аортокоронарного шунтирования защищена в 2006 году в диссертационном совете у нас. С 2012 по 2015 год обучался в заочной докторантуре на кафедре сердечно-сосудистой хирургии Российской медицинской академии после дипломного образования. В настоящее время работает врачом сердечно-сосудистым хирургом в городской клинической больнице имени Юдина. Диссертация выполнена на кафедре сердечно-сосудистой хирургии и отделение сердечно-сосудистой хирургии ГКБ имени Юдина. Прошла апробацию на объединенной научной конференции кафедры отделений представителей нашего центра 22 марта 2017 году под председателем доктора медицинских наук профессора Коваленко. Официальными рецензентами выступили Сигаев, Аракелян и Вещепанов. 28 научных работ, из них 18 статей в центральной печати, характеризуются как опытный квалифицированный специалист исследователь. Представленные документы полностью соответствуют положению ВАК. Есть какие-нибудь вопросы по справке? Нет, да? Тогда вам предоставляется 20 минут для изложения основных положений вашей диссертации. Спасибо, глубокоуважаемый Владимир Петрович, член ученого совета. Коллеги, вашему вниманию представляется доклад на тему этапной гибридной операции пациентов с мультифокальным атеросклерозом с преимущественным поражением коронарных и сонных артерий. Не хотелось бы немного истории углубиться. Первую операцию, сочетанную на коронарных и сонных артериях, в 1972 году выполнил Кристиан Бернар. Первую в истории в Советском Союзе такую операцию выполнил Владимир Семенович Работников в 1981 году. Первое стентирование в нашей стране выпал Баграт Гаврилович Аликян в 1998 году, а в 1987 году Терон выполнил первую ангиопластику в мире. Актуальность данной проблемы заключается в том, что на данный момент нет полностью рандомизированных исследований, решающих противоречия вокруг приоритетной тактики пациента с сочетанным поражением коронарных и сонных артерий. И хирургический подход к пациентам с сочетанным поражением коронарно-каротидного русла является индивидуальным, основывающимся на специфическом уровне риска каждого пациента и опыте учреждения. Целью нашего исследования явилось улучшить результаты хирургического лечения пациентов с сочетанным поражением коронарных и сонных артерий посредством разработки диагностического алгоритма, лечебного алгоритма для определения риска развития эмбологенных осложнений мозговых после коронарного шунтирования и их минимизации путем оптимизации коронарного вмешательства, его объема, последовательности, этапности и применения гибридных технологий. С этой целью у нас были поставлены следующие задачи: изучить и проанализировать непосредственный и отдаленный результат хирургического лечения, разработать диагностический алгоритм лечения пациентов с сочетанной патологией с целью минимизации интраоперационных и послеоперационных экстракардиальных осложнений, разработать тактику хирургического лечения у больных с ишемической болезнью сердца с поражением брахиоцефальных артерий, определить факторы, влияющие на причину осложнений и летальных исходов, изучить непосредственные отдаленные результаты реваскуляризации у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с поражением сонных артерий в зависимости от вида хирургической коррекции. Небольшой литературный обзор, который мы провели, показывает различные результаты в зависимости от годов. Это рандомизированные и нерандомизированные исследования, которые показывают приоритеты то стентирования, то каротидной дартрэктомии. Мы в нашу группу исследований вошли пациенты, которые были пролечены в нашей больнице с 2007 по 2014 год. За это время было проанализировано более 10 тысяч коронарографий.
выполнено было 1599 аортокоронарных шунтирований. Из общего числа коронарографии 2,9% пациента имели сочетанное поражение, а из группы, которая выполнялась аортокоронарное шунтирование, каждый пятый больной практически имел сочетанное поражение. Мы разделили на две клинические группы пациентов. Первая группа – это пациенты, которым выполнялась открытая эндортректомия и аортокоронарное шунтирование. И она подразделилась на две подгруппы. Больные, которым выполняется операция в условиях искусственного кровообращения. И вторая группа – это больные, которые подверглись аортокоронарному шунтированию на работающем сердце. Вторая группа – это стентирование сонной артерии и аортокоронарное шунтирование. Тоже также подразделены в зависимости от вида наличия искусственного кровообращения или отсутствия. Мы использовали общеклинические методы обследования, стандартный протокол перед аортокоронарным шунтированием, выполняли консультацию невролога до и после операции. Добавили мы эпиартальное ультразвуковое исследование восходящего отдела аорты и КТ-ангиографию сонных артерий с 3D-реконструкцией. Также всем пациентам выполнялась компьютерная томография головного мозга до и после стентирования. По каналам госпитализации основная масса пациентов поступала непосредственно к нам в кардиохирургическое отделение. Часть пациентов пришла к нам из кардиологии, часть из кардиоблока, часть пациентов с транзисторными ишемическими атаками приходила к нам из отделения неврологии. Основная масса пациентов была плановых, 9% было экстренных. Клиническая характеристика пациентов первой группы. Средний возраст пациентов был в районе 65 лет. В основном это были мужчины. У 43% в первой подгруппе был сахарный диабет, 46% во второй группе. Ожирение различных степеней было, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, обструктивные болезни легких и более чем у половины были поражения других артериальных бассейнов. Вторая группа сопоставима по поражению с первой. Неврологический статус. Мы оценивали состояние пациента в дооперационном периоде. У 14% пациентов была вертеброзилярная недостаточность. Каждый пятый пациент перенес один инсульт в анамнезе. И два инсульта в анамнезе встречались в 1,3%. Каротидная эндортректомия в анамнезе была у 5,2% пациентов во второй группе. Все больные были достаточно с тяжелой стенокардией. В четвертом функциональном классе основная масса пациентов была. Под артериальной гипертонией они были все практически с третьей стадии гипертонии. Эхокардиографические показатели говорят о том, что относительно сохранная фракция выброса была. У одного пациента в первой группе и двух пациентов во второй группе была аневризма левого желудочка. Основная сторона поражения, как видно из этого слайда, это слева. Вероятно, это обусловлено тем, что первый гидродинамический удар приходится на бифуркацию. По данным коронарографии надо отметить, что эти пациенты были с тяжелым многососудистым поражением, синтакскор более 30. Единственное, здесь хочу отметить, что пациенты со стенозами ствола левой коронарной артерии больше оперировались в условиях искусственного кровообращения как в первой, так и во второй группе. Уровень риска по кардиохирургического вмешательства по Евроскор был достаточно высокий, обусловлен сопутствующей патологией в районе 7 плюс-минус 4,2. Показаниями каротидной эндортректомии и экстентирования сонной артерии у нас являлся гемодинамически значимый стеноз внутренней сонной артерии. Критерием исключения являлась извитость внутренней сонной артерии. При рестенозе внутренней сонной артерии предпочтение у нас отдавалось стентированию сонных артерий. Показания к шунтированию у нас было нестабильность стенокардии, критический стеноз ствола левой коронарной артерии при окклюзии правой коронарной артерии и стабильность стенокардии 3-4 функционального класса, синтакскор более 30. Первоначальность этапа операции мы определяли клиникозависимой так называемой артерией. При исследовании этих пациентов первым этапом мы в 90% случаев выполняли в начале каротидную эндортректомию, вторым этапом мы выполняли аортокоронарное шунтирование. Какие виды пластики мы использовали при каротидной эндортректомии? Основная масса пациентов была классически выполнена пластика синтетической заплатой, это более 75%, и линейный шов был выполнен 7,3%, и иверсионная эндортректомия была выполнена 7,4%. Время пережатия достоверно было выше при сравнении линейной пластики с заплатой из синтетики. Наименование стентов, которые мы использовали. Основная масса стентов – это была кристалла идеали, но мы также использовали монораллы и эбботы и прецизы, и уже достаточно меньшие. Также мы использовали средства проксимальной дистальной защиты головного мозга, эмбошилд, фильтрвайр и МОМА. Стентирование, соответственно, с левой стороны было больше, нежели чем с правой. Мы видим ангиографию пациента со стенозом внутренней сонной артерии до и после процедуры.
Это вот макроскопические препараты, гетерогенные бляшки, которые ловили в ловушку. Также после выполнения стеронтомии мы обязательно выполняли всем пациентам пальпацию восходящего отдела ПАМАС, выполняли при помощи катаджеля эпиортальное ультразвуковое исследование. И дальше уже в зависимости от того, что мы получали, в зависимости от градации атрахоматоза аорты, мы определяли тактику ревоскуляризации на работающем сердце, ноу-тач, применением хардстрингов и так далее. Ну вот мы видим интероперационные данные УЗИ, бляшка. Также мы пациентам применяли, если мы выявляли по задней стенке бляшку, так называемое устройство хардстринг, которое помогает для формирования проксимальных анастомозов без бокового отжатия. Мы вот видим, формируется отверстие в восходящем отделе аорты, устанавливается зонтичное устройство, который позволяет наложить проксимальный анастомоз. И после наложения проксимального анастомоза мы удаляем это зонтичное устройство. Вот оно выходит вот так. Также хотел отметить, что количество и вид трансплантатора, который мы использовали, здесь достаточно большое количество пациентов, которым использовали две внутренние грудные артерии, чтобы использовать методику no-touch аорта. Также большое количество пациентов, которым мы применяли хардстринги. Интероперационные показатели. Мы видим, что здесь операция в среднем шла 2,5 часа, время ишемии миокарда колебалось от 29 там, до плюс-минус 8,2 минуты. Длительность искусственного кровообращения составила 48 минут. Индекс ревоскуляризации в среднем был немножко выше при операциях с искусственным кровообращением. Также здесь хотелось бы отметить, что у пациентов второй группы кровопотеря послеоперационная и количество ресторантомии выше было, нежели чем при первой группе, так как эти пациенты принимали антиагреганты. Вот здесь вот мы проанализировали результаты бимамарного шунтирования и применения хардстринга и видим, что они сопоставимы, и нарушений мозгового кровообращения и каких-то когнитивных нарушений у пациентов не было в зависимости в сравнении с операциями с искусственным кровообращением. Какие осложнения были после операционного периода, после эндартероктомии из внутренней сонной артерии? Инсульта у нас ни у одного пациента не развилось, развилась транзиторная ишемическая атака у одного пациента, повреждение периферических нервов у 24 пациентов. Осложнение после операционного периода после стентирования только у одного пациента с контрлатеральной стороны у нас развился инсульт. Со стороны манипуляции у нас инсультов не развилось. Транзиторная ишемическая атака тоже у одного пациента развилась. Повреждений периферических нервов не было, были только местные осложнения в виде ложной аневризмы бедренной артерии, которые под местной анестезией были ликвидированы. Осложнений после операционного периода, после коронарного шунтирования, летальность в первой группе, в группе с искусственным кровообращением 2,7, это подгруппа энцефалопатии у двух пациентов развилась, синдром малого сердечного выброса, который потребовал применения ультралитарной баллонной контрпульсации у двух пациентов, и острый инфаркт миокарда развился у двух пациентов. И вот здесь мы видим, что здесь только две ресторантомии было. А во второй группе летальность составила 1,4 в подгруппе. Энцефалопатия также и синдром малого сердечного выброса у двух пациентов. И ресторантомия, мы видим, в два раза больше у четырех пациентов развилась. Интероперационные показатели во второй группе мы видим, что точно так же, как и в первой группе, без искусственного кровообращения немножко ниже индекс ревоскуляризации. Время ишемии миокарда 38 минут, время искусственного кровообращения 68. И видим, что общая кровопотеря при операциях с искусственным кровообращением немного выше. Осложнения после операционного периода, после коронарного шунтирования во второй группе у двух пациентов были пролонгированные ИВЛ, и медиастинит у одного пациента развился в подгруппе с искусственным кровообращением, госпитальная пневмония у одного пациента, нарушение ритма в виде мерцательной аритмии, которые купировались введением кардарона у четырех пациентов, диастаз мягких тканей, который тоже был консервативно ликвидирован у трех пациентов, эксудативный флеврит, потребовавший применения пункции у четырех пациентов в первой подгруппе и у трех во второй подгруппе. Мы также сравнили, как менялись показатели фильтрационной функции почек исходно на первый день и третий день после операции. Мы видим, что при операциях с искусственным кровообращением скорость клубочковой фильтрации и такие так называемые показатели, как микроальбуминурия и мочевинный креатинин, в операциях с искусственным кровообращением хуже, достоверно значимо. И вот и в первой, и второй подгруппе мы видим, что показатели скорости клубочковой фильтрации лучше в группах без искусственного кровообращения. И также микроальбуминурия. Мы видим вот на этом слайде, как менялся функциональный класс. Практически все пациенты избавились от стенокардии. Основная масса пациентов из четвертой и третьей группы перебралась в первый функциональный класс
Также мы бы хотели показать отдаленные результаты резекуляризации миокарда после каротидной эндарктомии и АКШ. Отдаленные результаты были изучены в сроке от 8 месяцев до 6 лет. Средний срок наблюдения составил 22 плюс-минус 7 месяцев. И мы исследовали 109 пациентов. Это составило 72,6% из этой группы. И видим актуарные кривые выживаемости, где на 1, 3, 6 год выживаемость 97,4, 87,2, 86,4. Во второй группе после стентирования приблизительно такие же показатели. И здесь хотел бы отметить также, что различия, какие были между отдаленными результатами первой и второй группы, которые выполняли каротидную эндарктомию и стентирование сонной артерии. По острым нарушениям кровообращения, мозгового кровообращения у трех пациентов развились нарушения мозгового кровообращения, во второй группе у двух пациентов. Острый инфаркт нефатальный развился у шести пациентов и у семи пациентов во второй группе. Летальность составила 10% в первой группе, 12% во второй группе. Возраст стенокардии у 3,3 пациентов в первой группе, 3,9 во второй группе, и транзиторные ишемические атаки у 3 и 5, соответственно, пациентов. Общая летальность в отдаленном сроке после операции составила 12,3. Здесь также мы видим, что как менялись показатели эхокардиографии, что идет прирост фракции выброса. По длительности пребывания мы отмечаем, что в первой группе у нас пациенты как находились в стационаре больше, так и время между операциями было больше, нежели чем во второй группе. Общая летальность в первой группе составила 1,3%, во второй группе 0,6%. Выводы и практические рекомендации, позвольте не зачитывать, они представлены в автореферате. Так, вы закончили, да? Да. Так, какие возникли вопросы у членов ученого совета? Пожалуйста, доктор медицинских наук, профессор Сигаев Игорь Юрьевич. Отвечайте пока на эти два. Угу. По поводу компьютерной томографии с 3D-реконструкцией, мы пациентам, которые выполняли каротидную эндарктомию и стентирование внутренних сонных артерий, мы выполняли всем рутинно и до операционного периода. Это позволяло нам выявить не только структуру и протяженность бляшки, но и проксимальные поражения, которые на ультразвуке, к сожалению, не видны. Хотя ультразвук все равно остается золотым стандартом, который показывает, помимо того, что структуру бляшки и скоростные показатели, но он не показывает проксимальные поражения. Так что мы практически всем пациентам выполняли КТ-ангиографию с 3D-реконструкцией. И по поводу выбора методики операции искусственного кровообращения, с искусственным кровообращением или без искусственного кровообращения, в принципе, если у нас не коррегированные стенозы сонных артерий, мы старались всегда выполнять операции без искусственного кровообращения. Но если происходит конвертация, если, допустим, у больного нестабильная гемодинамика, нарушение ритма, конечно, мы сразу переходили на искусственное кровообращение и выполняли операцию в условиях искусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии. То есть получается, что у вас вопрос это решался уже на операции, а не в дооперационном периоде? В дооперационном периоде тоже мы решали этот вопрос. Какие доводы были, допустим, за выполнение операции без искусственного кровообращения, какие с искусственным кровообращением? Если малый калибр артерии, диффузное поражение, если пациент относительно сохранный по функции почек, то мы старались сделать операцию в условиях искусственного кровообращения. Если у пациента имелись поражения почек, высокий креатинин, мочевина и нормальное дистальное русло, то старались выполнять операцию в условиях минимальной инвазивной резекуляризации миокарда. Пожалуйста, доктор медицинских наук, профессор Аронов Давид Мейрович. Скажите, пожалуйста, а какие у вас наблюдения в отдаленном периоде?
Да, мы, у нас есть, мы пациентов, в первой группе мы наблюдали пациентов во второй группе от 11 месяцев до 7 лет, а во второй группе мы от года до 6 лет наблюдали. И мы выявили, что количество рестеноза во второй группе у нас... Во второй группе у нас было 0, за третий год у нас рестенозов было 6, а в первой группе у нас были рестенозы с каротидной эндарктомией, в первой группе у нас были у двух пациентов рестенозы, но это пациенты были, которым выполнялась линейная пластика внутренней сонной артерии, и пациенты были с сахарным диабетом. Поэтому у нас так получилось, что у двух пациентов рестеноз в первом году после каротидной эндарктомии был гемодинамически значимым. Пожалуйста, еще вопросы. Доктор медицинский наук, профессор Ракелян Валерий Сергеевич. Спасибо большое, Валерий Сергеевич, за вопросы. Первый вопрос по поводу выбора пластики линейным швом или использования. Мы знаем, что по рекомендации уровня доказательности 1А национальных рекомендациях написано, что используется синтетическая заплата, но при диаметре внутренней сонной артерии больше 10 мм и короткой локальной бляшки, мы использовали технику, которая позволяла сделать разрез из общей сонной артерии на внутреннюю сонную артерию, недалеко заходя. И используя прецизионную технику, нам удавалось добиться того, что у нас никаких стенозов не возникало, Валерий Сергеевич. И я считаю, что если бляшка короткая, локальная, находится в устье внутренней сонной артерии, то тогда линейный шов и диаметр достаточно большой позволяет. Мы шьем с 7-8 нулями с использованием оптики, позволяет наложить анастомоз, который не суживает внутреннюю сонную артерию. Вот это из моего опыта, к которому как бы, мы пришли. Второе. Причина инсульта, который возник с контрлатеральной стороны, это был эпизод неконтролируемого повышения артериального давления. Инсульт был небольшой, потому что с контрлатеральной стороны была бляшка порядка 60%, и ускорения линейной скорости кровотока не было. И там был небольшой достаточно инсульт, малый, и который консервативно разрешился, и полностью восстановилась двигательная активность пациента. И причины осложнений в отдаленные результаты. Во-первых, это все-таки было прогрессирование атеросклероза. Это чаще встречалось пациентов в группе с сахарным диабетом, которые не контролировали сахара. Это один момент. Второй момент. К сожалению, когда пациенты... У нас мы выполняем реконструкцию на каротидном бассейне. С одной стороны имеется, допустим, там гемодинамически значимый стеноз, с другой стороны, который нужно наблюдать динамически. Они к нам не приходят, приходят через какое-то время, когда уже событие произошло. Вот это, я думаю, что этим еще обусловлено. Плюс, конечно, неконтролируемый прием препаратов. Они препараты иногда не принимают на фоне подъема высокого артериального давления. Часть пациентов у нас в последнее время... такой один из интересных случаев, как бы атероматозные бывают, как бы улетает масса из аорты. И вот недавно пациент пришел, мы ему выполнили компьютерную томографию, у него имелись множественные очаги различной давности. Вероятно, что это от тромболического генеза, либо из аорты, либо из нестабильной бляшки внутренней сонной артерии, Валерий Сергеевич. Наверное, так. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, доктор медицинских наук Сокольская Надежда Олеговна. Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня вопрос по поводу эпиартального и безуголового исследования. Я
Спасибо большое, Надежда Олеговна, за вопрос. Эпиортальное ультразвуковое исследование. Мы, во-первых, выполняем после стеронотомии, после разведения грудной клетки, накладываем КТ-джель, берем линейный датчик с частотой 7,5 тысяч МГц, выполняя это исследование я сам, одеваем перчатку. Мы с Игорем Юрьевичем по этому поводу говорили тоже, когда обсуждали диссертацию. Первые публикации по поводу использования эпиортального УЗИ в литературе появились в 80-х годах. Но учитывая то, что тогда были датчики ультразвуковые не очень хорошего качества, и работы, которые сравнивали показатели, которые дают ультразвук, дает компьютерная томография, дают рентгеновские методы исследования, они были несопоставимы и не давали хорошие результаты. Сейчас датчики, которые у нас есть, они позволяют нам выявить бляшку и на боковой стенке, и на задней стенке, которые в дальнейшем определяют тактику хирургического лечения. Я, допустим, обнаружив бляшку, допустим, по передней стенке или по боковой стенке, мы же часто, любой хирург перед манипуляциями на аорте, он пальпирует, пытается пальпировать на более-менее гипотонии, но не всегда пальпаторно бляшку мы можем выявить, и мы иногда попадаем в ситуации, все хирурги, которые оперируют, сами знают, ты вваливаешься в бляшку, которая гетерогенная, начинает, ну, мешает выполнить анастомоз. Я думаю, что в последнее время с улучшением качества ультразвуковой техники, если мы будем рутинно применять эту технологию, она позволит снизить количество мозговых осложнений, атероэмболических осложнений, исключить боковое отжатие аорты, допустим, чаще применять, да, дорогостоящий метод может быть, но применение хардстрингов действительно позволяет в этой ситуации избежать мозговых осложнений, потому что нет отдельных манипуляций на аорте, которые вызывают атероэмболические осложнения. Спасибо вам. Так, есть еще вопросы? Может быть, у присутствующих? Пожалуйста. Да. Когда мы начали оперировать тех пациентов, которые имели многососудистое поражение, сочетанное коронарных и сонных артерий, мы отмечали, что все-таки количество мозговых осложнений у наших пациентов, явление почечной недостаточности выше. Мы применяли методику, которая распространена во всем мире, и расчета площади поверхности тела на производительность перфузии. И везде, там, и у нас в институте используется 2,4 литра на метр квадратный поверхности тела. Мы запатентовали, получили патент, увеличили объемную скорость перфузии до 3,2 литров. И тем самым мы получили, что результаты по количеству мозговых осложнений, по явлению почечной недостаточности у нас стали меньше. И мы эту методику у пациентов с сочетанным поражением, некоррегированными стенозами сонных артерий, достаточно рутинно применяем. Это позволяет, нам так кажется, что улучшить показатели осложнений и мозговых, и почечных. Нет, мы доказали это. Нет, мы провели исследование и доказали, что лучше. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Нет, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Слово предоставляется ученому секретарю для оглашения письменных отзывов, поступивших в наш ученый совет на диссертацию и автореферат. В диссертационный совет поступил отзыв из Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, как организации, на базе которой выполнена работа. Отзыв очень большой, очень подробный и положительно характеризующий работу. Начинается он с оценки выполненной соискателем работы, что это является работой, содержащей новое решение крупной научной проблемы оптимизации хирургического лечения ишемической болезни сердца в сочетании с поражением сонных артерий, имеет большое значение для сердечно-сосудистой хирургии и здравоохранения в целом, поскольку доказана возможность оптимизации хирургического лечения путем применения метода этапного гибридного лечения с использованием эндоваскулярных и открытых хирургических вмешательств у такого рода больных. Тактика этапного гибридного хирургического лечения определялась выраженностью клинической симптоматики пораженного сосудистого бассейна. При превалировании коронарной недостаточности первым этапом выполнялось коронарное шунтирование, при доминировании мозговой сосудистой недостаточности коррекция стенозов сонных артерий, что существенно снижало количество местных и общих осложнений, а также летальность.
Доказано, что при данном способе хирургического лечения во время стентирования сонных артерий не требуется проведение эндотехиального наркоза, что в свою очередь снижает количество осложнений, в отличие от открытых вмешательств на сонных артериях с применением общей анестезии. Установлено, что рутинное применение эпиаортального ультразвукового исследования восходящей аорты изменяло тактику оперативного лечения в пользу малоинвазивной коронарной реваскуляризации при выраженном атероматозе и кальцинозе, тем самым снижая количество эмболических церебральных осложнений. Ну, отмечается личное участие, поскольку автор сам непосредственно обследовал, оперировал этих больных, изучил литературу, сформулировал цели задачи, но также все сделал. Дальше подчеркивается степень достоверности, поскольку очень большое количество пациентов, 304 оперированных пациента с отчетом поражения коронарных сонных артерий, из 10 235 проанализированных автором коронароангиографии. Также отмечается научно-практическая значимость, и работа является первым обобщающим исследованием, посвященным диагностике и хирургическому лечению с отчетом поражения сонных и коронарных артерий с применением гибридных технологий. Впервые не только в нашей стране, но и в мире создана классификация гибридных операций у пациентов с мультифокальным атеросклерозом различных сосудистых бассейнов, внедрен в клиническую практику и разработан новый способ проведения искусственного кровообращения у пациентов с отчетным поражением сонных артерий. Впервые применено устройство HeartString-2 для формирования проксимальных анастомозов и доказана эффективность использования его при атеросклеротическом поражении восходящего отдела аорты. Определена оптимальная тактика хирургического лечения больных с отчетным поражением коронарных и сонных артерий. Далее отзыв отмечает значение полученных результатов для практики, поскольку разработан комплексный алгоритм диагностики и лечения пациентов с отчетным поражением коронарных сонных артерий, что подтверждается актом внедрения диссертации в практику работы городской клинической больницы имени Юдина, а также в учебный процесс кафедры сердечно-сосудистой хирургии РМАПО, то есть кафедры, где он делал работу. И в результате заключаю, что диссертация рекомендуется к защите на исследовании ученого степени доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистого сосудистой хирургии в соответствующем совете. Заключение было принято на расширенном заседании кафедры сердечно-сосудистой хирургии. Присутствовало 45 человек, из них 20 человек докторов наук. По специальности представленной диссертации 14, все за. Проведено под председателем Коваленко Владимира Ивановича, профессора кафедры сердечно-сосудистой хирургии. Поступил отзыв от ведущей организации. Из Моники имени Владимирского, она выступала в качестве организации, дающей отзыв о научно-практической значимости. Подчеркивается актуальность в категории больных с тяжелым поражением коронарных артерий, высоким функциональным классом стенокардии или сердечной недостаточности с симптоматическими критическими стенозами сонных артерий. Оптимальная хирургическая тактика до конца не определена и дискутабельна, поэтому такое исследование является очень актуальным. Также подчеркивается степень новизны. Также отмечается, что впервые определена тактика лечения пациентов с ишемической болезнью сердца мультифокальным атеросклерозом с применением открытых операций на сердце, эндоваскулярным вмешательством на сонных артерий на основании анализа более 10 тысяч коронарографий. Внедрен этапный гибридный подход, который имеет преимущество перед открытым этапным операцией у больных ишемической болезнью сердца. Выявлено преимущество операции на работающем сердце перед операцией искусственным кровообращением. Выявлено статистически значимые различия между подгруппами с искусственным кровообращением и без него. Практические рекомендации изложены ясно, конкретно и могут служить руководством для кардиохирургических центров, занимающихся проблемой хирургического лечения поражения брахиоцефальных артерий в связи с ишемической болезнью сердца. Все это свидетельствует о большой научной значимости проведенного исследования и его несомненной практической ценности. Далее характеристика по главам, подробная, положительная, без замечаний. И заключает, что диссертация является научно-квалификационной работой и содержит решение актуальной научной проблемы, а именно разработки алгоритма диагностики и хирургического лечения сочетанного поражения сонных и коронарных артерий, что имеет большое значение для сердечно-сосудистой хирургии и здравоохранения в целом. Кроме того, поступили отзывы на автореферат. Значит, один из них отзыв
Арутиняна, Ваграм Борисович, доктор медицинских наук, заведующий кардиохирургическим отделением номер один из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Он положительный, подробно и без замечаний характеризующий автореферат. Следующий отзыв поступил от Махатилова, доктор медицинских наук, сердечно-сосудистого хирурга, лауреата Государственной премии Республика Дагестан. Он заместитель генерального директора по науке медицинского центра имени Аскерханова. Он положительный, положительно характеризует актуальность, практическую значимость и новизну. Имеются некоторые замечания. На странице 33 классификация ИБС Канадского сердечно-сосудистого общества обозначена как классификация Канадской ассоциации кардиологов, сокращенно SSA. На рисунке 42 в выводах имеется грамматическая ошибка. Написано, установлено, что нестабильность стенокардии. Следовало написать стенокардия. Указанное замечание не имеет принципиального характера. Рекомендуют положительному решению по защите. Следующий отзыв поступил от Хириева Титалава Хайдулаевича, доктора медицинских наук, главного внешнего специалиста по сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Республики Дагестан, главного врача Хасавюртовской центральной городской больницы имени Аскерханова. Также положительный, очень подробно, тут прям несколько листов, и положительно характеризующему автореферат и работу в целом. Также еще поступил отзыв от Абугова, доктора медицинских наук, профессор, руководитель отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Российского научного центра хирургии имени академика Петровского. Также без замечаний. Отмечаю, что по своей актуальности методическому уровню новизне обоснованности научных положений выводов практической значимости – их представление в рецензируемых изданиях, работа соответствует критериям. Всем критериям указано в положении о порядке присуждения степени. Все, да? Да. Пожалуйста, ответьте на замечания, которые были сделаны. Да, действительно, там имелись ошибки. Они просто за счет опечатки. На 13-й странице там SSS, канадская классификация стенокардии написана. На 42-й там это была опечатка. И вместо стенокардии и стенокардии это опечатка, которая ошибка. Хорошо. Принимается. Мы можем перейти теперь к обсуждению. Разрешите предоставить слово официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору, член-корреспонденту Российской академии наук Чарчяну Эдуарду Рафаэловичу. Глубокоуважаемые члены ученого совета, мне очень приятно выступать с этой трибуны и обсуждать эту диссертационную работу. Тема диссертационной работы Арсланхана Эльдархановича очень интересно, до сих пор нерешенное, много очень обсуждений, и если обратиться к рекомендациям, мы увидим, что до сих пор не определены четкие грани, где надо оперировать, где надо эндоваскулярно лечить, когда вообще надо оперировать, и везде описывается опыт клиники, результаты клиники. И в России точно такая же история. К сожалению, и не только в России есть разделение, где отделения выполняют кардиохирургические операции, где эндоваскулярные, где сосудистые. Зачастую и это приводит к тому, что эти операции выполняются разрозненно, этапно, либо вообще ишемическая болезнь сердца часто не диагностируется, я бы сказал. Если честно, тактика в нашем институте немножко другая. Мы больше все-таки делаем одномоментное, точнее в нашем отделении, мы выполняем одномоментное хирургическое лечение. Но я с удовольствием почитал результаты и материалы этой диссертационной работы, и мне они понравились. Я хочу сказать, что то есть актуальность темы не вызывает никаких сомнений, и необходимо, конечно, изучать. Я думаю, что, к сожалению, это и не первая, и не последняя диссертационная работа, направленная на вот мультифокальный атеросклероз и сочетанное поражение. Но, тем не менее, здесь обсуждена тактика этапного хирургического и гибридного лечения. И взяты пациенты, более 300 пациентов вошли в исследование. Конечно, хотелось бы увидеть в этой диссертационной работе рандомизированные исследования, то есть какая-то рандомизация этих больных. Но учитывая историческую группу, то есть это пациенты, которые оперированы ранее, на 10 лет раньше, это было невозможно сделать.
Пациенты тяжелые, показания к операции однозначные у всех этих пациентов. И что обращало на себя внимание, что все-таки выполнение технологии каротидной эндартерэктомии, вот линейный шов, пластика за платой, методы, которые, конечно, не везде используются. Сейчас больше, конечно, версионных эндартерэктомий. Но если обратиться к нам в институт, у нас в 100% случаев сейчас эверсионная эндартерэктомия. Но это ни в коей мере не говорит о том, что пластика за платой не имеет своего места. Однозначно она имеет. Вот. И результаты, которые мы видим, отдаленные, достаточно хорошие. Несмотря на транзиторные ишемические атаки в группе эндоваскулярного лечения и нарушение мозгового кровообращения в группе открытого лечения в отдаленном периоде, они, к сожалению, иногда бывают, и ответ был уже на этот вопрос. Эти обе методики имеют свое место. Значит, что касается изучение результатов этих двух групп. Здесь, конечно, с искусственным кровообращением, без искусственного кровообращения, в группе гибридного лечения, в группе открытого лечения. Конечно, групп немножко многовато, но пациентов достаточное количество. Конечно, есть вопросы, вот как отбиралось, какому пациенту сделать без ИК, которому ИК. Конечно, эпиаортальное ультразвуковое исследование – это очень важный метод, no-touch аорта, Y-графты – это очень хорошо при атеросклеротических изменениях стенки аорты. Но все-таки были вопросы у меня, читая диссертацию, как все-таки более четко вот границу ставить между операцией с ИКом и без ИК. Только атеросклероз аорты, либо все-таки здесь имело значение опыт хирурга. Насколько я знаю, большую часть операций выполнял сам диссертант, что особо радует. Это достойная работа достойного хирурга. А эндоваскулярную часть тоже выполнял доктор, который у нас в зале сидит. И это очень приятно видеть. Что касаемо результатов по у возрастных пациентов и с группой ХПН мы знаем действительно результаты, что операции без искусственного кровообращения имеют некоторое преимущество. Но в принципе вот эта грань, она тоже не определена, каких пациентов оперировать с искусственным кровообращением, каких без, как этапность выбирать. Первый этап кому-то выполнялся каротидная эндартерэктомия, другим выполнялось аортокоронарное шунтирование. Первым этапом понятно, что поражение ствола имело большое значение, но тем не менее бывает многососудистое поражение, которое более опасно, чем поражение даже ствола левой коронарной артерии. Но в целом диссертационная работа очень интересная. Она принципиальных вопросов не вызывает. Она написана на достаточном материале, представлена на 197 страницах машинописного текста. Все поставленные задачи раскрыты в выводах и рекомендациях и в ходе работы. Сами практические рекомендации могут быть во многих клиниках как руководство к действию. И в целом, как я уже сказал, никаких принципиальных замечаний у меня не было. И хотелось бы в заключении сказать, что диссертационная работа Арсланхана Эльдархановича «Этапные гибридные операции у пациентов с мультифокальным атеросклерозом и преимущественным поражением коронарных и сонных артерий» является законченной научно-квалификационной работой и содержит решение актуальной научной проблемы, а именно диагностики и лечения сочетанного поражения сонных и коронарных артерий. А диссертация соответствует требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации в 2013 году, номер 842, предъявляемым к диссертациям на исследование докторской ученой степени доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. А сам автор достоин присуждения ученой степени доктора медицинских наук. Спасибо. Спасибо, Эдуард Александрович. Рафаэлович, пожалуйста, вам слово для ответа официальному оппоненту.
Спасибо большое, Эдуард Рафаэлович, за такой тщательный анализ работы моей. Но по поводу выполнения операции одномоментно или этапно, этот вопрос когда всегда стоит перед хирургом. И я помню прекрасно, когда на конференции ваш аспирант пытался отстаивать позицию, что одномоментная операция лучше. Ему говорили о том, что это большой риск, выше летальность, выше осложнение. Он категорически сказал, что нет. Сейчас я могу сказать, да, он был прав. И я стараюсь сейчас у больных с сочетанным поражением сонных артерий и коронарных артерий выполнять операцию одномоментно. Это один наркоз. И анализ работы в последующем говорит о том, что действительно одномоментные операции, они абсолютно такие же дают результаты, как и этапные операции. Второй вопрос по поводу методики проведения. На самом деле очень интересный вопрос. Вы так, вот я этот вопрос всегда себе задавал, какой метод выбрать именно у этого пациента. И когда мне говорят, что вот мы стараемся 100% выполнять эверсионную дартроктомию, мне кажется, при пролонгированной длинной бляшке, особенно мягкой бляшке, которая структура не сформирована, не кальцинированная бляшка, которая легко выходит, бывает такое, что я, например, не получаю хорошего результата, эффекта, а вот выполнение, допустим, с наличием линейной, с использованием синтетической заплаты, она позволяет открыть внутреннюю сонную артерию и увидеть дистально, как уходит бляшка на нет. И вот здесь очень такой вопрос. Но мы всегда знаем, что если мы используем заплату, время пережатия внутренней сонной артерии всегда увеличивается. Если у тебя критический стеноз с контрлатеральной стороны, тут ты начинаешь думать о том, что может быть обойтись даже, если пациенту, допустим, 82 года, критических два стеноза билатерально с двух сторон, и 95% слева, 95% слева, справа, например, да, ты начинаешь думать о том, что может быть ему сделать короткую операцию, сделать линейный шов, убрать, выполнить эндартроктомию и избавить его от там, внутреннего шунта, от того, что там длительность пережатия внутренней сонной артерии будет, повысится вероятность развития мозговых осложнений. Вот здесь как бы у меня однозначно пока у меня не сформировалось. Да, с экономической точки зрения эта заплата стоит денег, эверсионная эндартроктомия ничего не стоит, одна ниточка, вывернул, убрал бляшку, решил. По времени не длительно получается, один шов линейный, тоже практически циркулярный. Здесь такой сложный вопрос, как бы, здесь это действительно каждый хирург для себя выбирает. И по поводу пациентов с многососудистым поражением, да, иногда встречаются пациенты, которые имеют эквивалент ствола, не имея поражения ствола левой коронарной артерии, но имеют поражение такое, что это гораздо тяжелее, там критический стеноз передней желудочкой, огибающий и правая окклюзированная. Конечно, таким пациентам нужно выполнять операцию с искусственным кровообращением, чтобы уменьшить риски там, и конверсии. Так. Удовлетворены ответом? Да. Спасибо. Присаживайтесь. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских наук Молочкову Анатолию Владимировичу. Глубоко уважаемый председательствующий, глубоко уважаемые коллеги, члены ученого совета, гости, спасибо за оказанную честь быть приглашенным на столь уважаемый ученый совет. Вот, и, собственно говоря, тема сегодняшней диссертации, она действительно крайне актуальна, и сколько я вот себя помню в этой профессии, и столько же идут эти исследования у пациентов с мультифокальным атеросклерозом, с множественными поражениями нескольких сосудистых бассейнов, какова тактика должна быть, какой метод хирургического вмешательства лучше. И так или иначе, но однозначного ответа действительно до настоящего момента не получено. И, собственно говоря, актуальность этой темы, она не перестает быть... Она существует и до настоящего момента, особенно в свете развития новых технологий, таких как стентирование сосудов и стентирование уже магистральных артерий, не только, это уже, в общем-то, рутинные достаточно операции, но вот как раз-таки какова тактика применительно к различным категориям больных с мультифокальным атеросклерозом, она, естественно, до настоящего времени остается еще открытой.
То, что касается уже технической части самой диссертации, я бы все-таки акцентировал некоторые моменты со стороны диссертанта, касающиеся там этапного метода лечения, либо одномоментного, поскольку ну, немножко есть тут такая небольшая путаница в самой диссертации. Когда мы говорим о тактике, мы прежде всего говорим об этапном или одномоментном методе хирургического вмешательства. Одномоментных как раз-таки исследований автор не проводил, поэтому тут в большей степени, конечно, следует говорить именно о гибридных технологиях и их применении у пациентов с мультифокальным атеросклерозом, и в частности с поражением брахиоцефальных артерий. То есть в этом отношении нужно как-то вот более корректно это все акцентировать. В диссертации все это есть, но несколько расплывчато. Вот. Далее. Есть небольшая, так сказать, вот, ну, задача, мне не понравились, там первая и пятая задача, они практически повторяют друг друга, и там результаты исследования. Вот. То, что касается вот, по длительности госпитализации больных, тоже ну, 44 дня для больного, даже для этапного лечения, аортокоронарное шунтирование, открытая операция там, на брахиоцефальных артериях. Ну, мне кажется, это достаточно большой срок, и скажем, не одна городская, да и, собственно говоря, уже, наверное, ни один центр в современных условиях себе позволить этого не может. Все-таки там 44 дня до 2 месяцев. Чем это обусловлено, на мой взгляд, непонятно. Мы также делаем эти операции, чаще делаем их одномоментно, но даже если это этапный вид оказания помощи, то, собственно говоря, это происходит значительно быстрее. Вот. Ну, это такие, собственно говоря, ремарки, которые они не влияют на актуальность и на ту работу, которая выполнена, на тот огромный объем работы, который проведен. Он не вызывает никаких, в общем-то, сомнений. Очень интересный анализ, тем более, что ну, я таких работ больших за последнее время не встречал, именно касающихся гибридных методов лечения. Они актуальны на сегодняшний день, они в тренде, они модные. Да? Вот. И они действительно по своей сути, это, ну, это будущее. В принципе, по большому счету, оно уже настоящее, но и за этим еще и многое-многое будущее. Поэтому, как я уже говорил, актуальность, она хороша, и из обзора литературы все это автор прекрасно представил. Вытекает сама суть работы, материалы и методы авторам представлены в достаточном объеме для проведения такого большого исследования. Несколько групп больных, и здесь автор сравнивает операции и без искусственного кровообращения, и с искусственным кровообращением, и на открытом, и открытые операции, и гибридные. Ну, в общем, полный спектр практически, за исключением одномоментных операций. Но, как сказал вот Эдуард Рафаэлович, мне также не хватает рандомизации, поскольку, ну, все-таки, как мне, как хирургу, тоже в большей степени интересно знать, ну, как я должен, да, поступить вот именно данной ситуации с каким-то конкретным больным. А поскольку вы определяли тактику лечения уже, она у вас определена была, по сути дела, то, конечно, здесь этого не хватает. Но, тем не менее, те результаты, которые представлены по этому многолетнему обследованию, они крайне интересны. И в особенности касающиеся вот гибридных операций, автор показал, что эти операции практически сопоставимы по своим результатам с операциями открытыми, и их результаты ничуть не хуже, а ранние послеоперационные результаты даже лучше, чем открытые операции. Это и кровопотери, это и длительность пребывания в клинике,
это и наркоз, и все остальное. То есть преимущество, естественно, за гибридными технологиями, собственно говоря, то, что нам и было представлено в результате этого исследования. То есть как ранее послеоперационные, так и отдаленные результаты оценены автором согласно принятым требованиям. И, как я уже сказал, в общем-то, гибридные операции, они ничуть не хуже. То есть в целом по диссертации у меня больших замечаний нет. Те замечания, о которых я сказал, они никоим образом не влияют на результат проведенного исследования. И мое заключение таково, что диссертация Кандаурова Арслахана Эльдархановича «Этапные гибридные операции у пациентов с мультифокальным атеросклерозом и преимущественным сочетанным поражением коронарных и сонных артерий» является законченной научно-квалификационной работой, содержит решение актуальной проблемы, а именно касающейся диагностики и тактики хирургического лечения данных больных. И данная диссертация соответствует требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней, пункт 9 ВАК Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 2013 года к предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистая хирургия. И, соответственно, автор данного диссертационного исследования полностью заслуживает ученой степени доктора медицинских наук. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Владимирович. Вам слово для ответа официальному оппоненту. Спасибо вам огромное, Анатолий Владимирович, за такой тщательный анализ работы проведенной. Я бы хотел ответить прям по двум таким глобальным вопросам. Когда еще писалась диссертация, мы с рецензентом обсуждали по поводу гибридных технологий название операции с Игорем Юрьевичем, я помню, Сигаевым. Тогда он мне сказал, что я ему очень благодарен за то, что он изменил диссертацию, сказал, что вот по поводу определения гибридных операций, одномоментных, этапных, надо поставить главу обсуждений, потому что до сих пор в мире определения четких выполнения гибридных операций, этапных, одномоментных, к сожалению, нет. И второй вопрос по поводу госпитализации. Да, конечно, на сегодняшний день пациенты, которые у нас поступают на аортокоронарное шунтирование, они в день госпитализации выполняются аортокоронарное шунтирование, на пятый день они выписываются. Но, как я отметил, 2007 по 2014 год было выполнено исследование. Тогда у нас, слава богу, позволяло пациента госпитализировать до операции за неделю-две, вдуматься в него, обследовать, исследовать. Конечно, сейчас таких возможностей нет. И время между операциями у нас увеличилось. У нас было несколько пациентов, у которых развились когнитивные нарушения, и по МЭСам мы вынуждены были переводить их в неврологическое отделение. Они 21 день находились в неврологическом отделении, они вылеживали МЭС, и мы забирали их на ортокоронарное шунтирование. К сожалению, я понимаю, что на данный момент эта цифра режет глаз. И, конечно, сейчас, на данный момент, у нас такого длительного койко-дня нет. В принципе, удовлетворены, да, Анатолий Владимирович? Так, присаживайтесь. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору медицинских наук Имаеву Тимуру Имбяровичу. Глубоко уважаемые члены ученого совета, коллеги, гости данного научного праздника. Большая честь выступать с этой высокой трибуны. Очень просто выступать третьему оппоненту, с другой стороны, достаточно сложно. И говоря об актуальности, я вспоминаю 2002 год, когда в стенах этого выдающегося учреждения хирургического выступал Юрий Леонидович Шевченко с докладом как раз по сочетным операциям, и разгорелась очень жаркая дискуссия между ним и Владимиром Семеновичем Работником, который рассказал как раз историю, как все это начиналось, как 30 лет экскурса в историю, как он делал эти операции одномоментно, как он делал эти операции этапно. И действительно, это была жаркая дискуссия. Прошло, по сути, 20 лет, да, и вот мы сейчас являемся свидетелями того, что вот случилась вот эта замечательная работа, которая, как мне кажется, решила
те вопросы и те моменты, и ту полемику. И когда мы говорим, опять же, о том, что нам не хватает рандомизации, как мне кажется, данная научная работа является стартом, дальнейшим стартом и открывает дорогу еще более серьезным исследованиям. Они, я думаю, будут из этой клиники, да, и будут отслежены уже пациенты, которым сделаны операции в данном конкретное время, и мы получим все эти результаты. Вне всякого сомнения, работа, огромное количество пациентов, да, она замечательно оформлена, 5 глав, и нет никакого сомнения. Мне, как хирургу, который занимается очень активно гибридными методами лечения, было крайне интересно, конечно, ознакомиться именно с материалами по гибридным методам лечения. И действительно, до сегодняшнего дня не было у нас в стране точного определения, как это все производится. Были какие-то, скажем, точечные работы, да, а такого-то обобщающего материала, вне всякого сомнения, не было. И это действительно здорово, что он теперь появился. И, как мне кажется, этот материал нужно активно внедрять в центры, которые занимаются сердечно-сосудистой хирургией, как уже методическое пособие, как руководство к действию, и врачи должны использовать этот материал для того, чтобы наши пациенты, а сегодня, опять же, если говорить о том, что случилось за последние 20 лет, контингент больных очень серьезно изменился, больные высокого хирургического риска, сложные больные, да, те больные, которым раньше было отказано, на сегодняшний день они попадают к нам на операционный стол, ведущие центры страны, и мы вынуждены лечить этих больных и вынуждены прибегать к этим гибридным, малоинвазивным методикам. И эти методики, вне всякого сомнения, отражены в этой диссертации, представлены, и поэтому спасибо большое за это замечательное руководство. Я надеюсь, что в конечном итоге это все будет обобщено и превращено в монографию замечательную. Опять же, как будучи третьим по счету оппонентом, ну, не имею принципиальных замечаний к этой замечательной работе. Диссертация замечательно оформлена, поэтому в заключение хотел бы сказать, что диссертация Кандаурова Арсланхана Эльдархановича «Этапная гибридная операция у пациентов с мультифокальным атеросклерозом и преимущественным сочетным поражением коронарных и сонных артерий» является законченной научно-квалификационной работой и содержит решение актуальной научной проблемы, а именно диагностики хирургического лечения сочетного поражения сонных и коронарных артерий, имеющего большое значение для сердечно-сосудистой хирургии и здравоохранения в целом. Диссертация Кандаурова Арсланхана Эльдархановича соответствует требованиям положение о порядке присуждения ученых степеней, пункт 9 ВАК Российской Федерации, утвержден постановлением Российской Федерации от 24.09.13, номер 842, предъявлен диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Спасибо, Тимур Инверович. Пожалуйста, вам слово для ответа. Спасибо большое, Тимур Амирович, за достаточно теплые слова. Я бы хотел сказать, что да, действительно, сейчас у меня накоплен опыт более 200 одномоментных операций, и я надеюсь, что мы будем, это открытых одномоментных операций, мы накопим опыт одномоментного стентирования и аортокоронарного шунтирования в условиях гибридной операционной и проанализируем, и вызовем, ну, произведем рандомизацию исследования, чтобы сравнить группы одномоментных и этапных вмешательств. По поводу монографии, думаю, будем работать. Спасибо большое, Тимур Иванович. Удовлетворены, да? Так, присаживайтесь. Кто хочет обменяться мнением по поводу данной работы среди членов ученого совета? Пожалуйста, доктор медицинских наук, профессор Аракелян Валерий Сергеевич. Уважаемый Владимир Петрович, член ученого совета, коллеги, я уже участвовал в обсуждении этой работы на стадии ее апробации, и тем не менее хотел бы еще раз выступить с этой трибуны, высказать свое отношение к этой работе, поддержать ее еще раз, потому что с моей точки зрения тема, которая затрагивается этой работой, является наиболее актуальной в нашей специальности, в современной сердечно-сосудистой хирургии и по очень высокой заболеваемости. Это касается и заболеваний коронарных артерий, и сонных артерий, и в том числе по востребованности в помощи специалистов по сердечно-сосудистой хирургии. В этом аспекте я должен сказать, что эта работа написана
с полным соблюдением всех требований, которые предъявляются к написанию докторской диссертации. Я уже еще раз повторюсь, выступал в качестве рецензента и анализировал эту работу. Там имеется очень хорошая статистическая база для тех выводов и заключений, которые мы с вами услышали. Безусловно, те вопросы, которые обсуждаются в этой работе, их нельзя считать полностью решенными. Мы знаем, что эти проблемы очень давно обсуждаются, в том числе в сообществе специалистов нашего центра. Один из апологетов этой области, Владимир Семенович Работников, о котором говорилось на докладе соискателя, высказывал свое отношение к этой проблеме. И я помню, он говорил, что те хирурги, у которых эти операции имеют хорошие результаты, они могут делать одномоментные операции. Те хирурги, у которых результаты плохие, значит, ну, должны делать эти операции этапно и так далее и тому подобное. Что-то изменилось до сих пор? Я думаю, что нет. И даже в современных согласительных документах пишется, что очень большое значение придается именно опыту клиники, опыту отделения, опыту хирурга. Если частота осложнений более 3%, имеется в виду инсультов или инфарктов, то такая клиника, такой хирург не имеет права таких операций делать. Если частота неблагоприятных сердечно-сосудистых событий более 6%, такая клиника, такое отделение не имеет права этих операций делать. Очень много вопросов, конечно, еще не решено. Делать ли эти операции, опять-таки, этапно, одномоментно, гибридно, открыто, либо эндоваскулярно. Как это ни странно, более, скажем так, технологичные эндоваскулярные операции сейчас по своим результатам, по операциям на сонных артериях уступают результатам открытых операций. И по частоте осложнений со стороны головного мозга, и со стороны сердца, и по отдаленным результатам. Поэтому эти вопросы, к сожалению, остаются. Остаются и те вопросы, которые обсуждали сегодня, техники эндартерэктомии. То, что Эдуард Рафаэлович поднимал, применять ли линейный шов. Ну, наверное, все-таки это техника, которая дает много осложнений в отдаленном периоде, и нужно его применение в достаточной степени ограничить. Очень высокая частота рестенозов, осложнений в отдаленном периоде, и поэтому надо применять с большой осторожностью. Операции с применением заплаты, наверное, все-таки тоже имеют свое место, потому что очень много пациентов с низкой толерантностью головного мозга к ишемии. В этих случаях вопрос эверсионной эндартерэктомии, наверное, не так применим, как этой техники. И много-много других, и в том числе вопросы медикаментозной терапии. Для меня очень важно вот в этой аудитории отметить, что те медикаменты, которые используются для профилактики негативных сердечно-сосудистых событий у пациентов с ишемической болезнью сердца и у пациентов с сосудистой мозговой недостаточностью, к сожалению, отличаются. Обратите внимание, что если в кардиологии двойная антиагрегантная терапия, она применяется практически у всех пациентов, и она принята и везде утверждена, то при заболевании периферических артерий, к которым относятся в том числе и сонные артерии, двойная антиагрегантная терапия результатов не дала ни по профилактике сердечно-сосудистых событий, ни по отдаленным результатам по уменьшению количества инсультов, инфарктов, сердечно-сосудистой смертности и так далее, и так далее. Поэтому актуальность этой работы очень высокая, эта работа очень своевременная, востребованная. Я думаю, что особенно для нашей страны, где практически нет рандомизированных, многоцентровых работ по этой тематике, это хорошая база для того, чтобы такие работы уже появлялись. 300 пациентов – это все-таки хорошая, достаточная база. Поэтому я поддерживаю эту работу и призываю своих коллег, членов ученого совета, тоже поддержать эту работу. Спасибо. Спасибо, Валерий Сергеевич. Кто еще хочет обменяться мнением? Есть желающие? Может быть, из присутствующих кто-то хочет? Пожалуйста. Я работаю профессором хирургии в этой больнице, где эта работа была сделана. Эта больница, чем она знаменательна? Всем известный хирург, академик Глеб Михайлович Соловьев создал это отделение. И я занимаюсь абдоминальной патологией, приходилось на протяжении уже 30 лет наблюдать эту работу этого отделения. Хочу сразу сказать, я сейчас не вдаюсь в тонкости научной особенности работы, но я хочу сказать его... определить его как человека, которого я впервые увидел, который оперирует коронарные сосуды. Я до этого так не видел. Никто лучше него это не делает. Когда речь пошла о операциях на работающем сердце, он был одним из первых, кто это внедрил.
И вот сегодня, когда обсуждается вопрос о таком методе статистическом, как рандомизация, мне представляется, что этот метод вообще, рандомизация, она негуманна. Просто я разговаривал с одним ученым, ученым по статистике, который согласился со мной, что рандомизация на живых людях проводить негуманно. Почему? Потому что если вы знаете, что этот метод гораздо лучше, чем другой, и вы как бы, хоть это слепое исследование, но тем не менее вы даете возможность как бы объективно распределить по группам. На самом деле попадает больной, который, так сказать, может получить современный метод лечения, методику, а он получает традиционный. Вот здесь получается, вот когда мы занимаемся абдоминальной хирургией, мы не проводим рандомизацию на людях, только в эксперименте. Что касается вот его работы, вы только представьте, человек, он работает с группой эндоваскулярных хирургов, и получился маленький научный отдел при городской больнице. Два отделения есть, 15-й больницы и вот в больнице имени Юдина. Люди каждый вторник собираются на консилиум, кардиоконсилиум, и обсуждают варианты тактики, как больного оперировать, так или так. Одним словом, я хочу сказать, что, на мой взгляд, это серьезное достижение у практического хирурга в условиях городской больницы, где есть известные практические трудности практического здравоохранения, выполнить такую работу. Просто я даже удивился, когда я узнал, что он заканчивает работу, я был очень удивлен. Спасибо. Спасибо за память нашим коллеге, академике Глебе Михайловиче Соловьеве, который очень внес весомый вклад в развитие кардиохирургии в нашей стране, в частности, и в хирургии врожденных пороков сердца. И спасибо за добрые слова о сегодняшнем диссертанте. Еще хочет кто-нибудь обменяться мнением? Нет, да? Тогда вам предоставляется заключительное слово. Глубоко уважаемый Владимир Петрович, член ученого совета, коллеги, в первую очередь я бы хотел поблагодарить Леонида Антоновича Бакирию, который дал мне возможность, во-первых, защититься, дал направление, в каком направлении надо двигаться, чтобы защитить докторскую диссертацию. Но самое главное, то, что дал Леонид Антонович мне, сейчас я могу это понять, то, что он забрал меня из отделения Владимира Семеновича Работникова к себе в отделение хирургического лечения интерактивной патологии. Это позволило мне, скажем так, прикоснуться к хирургической технике и увидеть хирургическую технику замечательных хирургов в различных областях. Валерий Сергеевич Аракеляну я помогал на сонных операциях, Камбарову помогал там при выполнении клапанных операций, там, Вадиму Юрьевичу Мерзлякову помогал выполнять операции на работающем сердце. У каждого из них я что-то брал. И, само собой, каждый день, стоя с Леонидом Антоновичем в операционной, понимал, что хирург не может быть ограниченным выполнять только операции там, по поводу шунтирования, или там, клапаны только делать, или только сонные делать. Первое, хотел и второе, кому бы хотел выразить очень большую признательность, моему большому учителю, я считаю, Владимиру Семеновичу Работникову, который вообще является апологетом развития этой проблемы, сочетанной патологии сонных артерий и коронарных артерий. Вот ровно мы недавно вспоминали, ровно 15 лет назад он у меня на руках, к сожалению, внезапная сердечная смерть случилась у него, 29 января, 15 лет назад. Мы должны были приехать на хирургическое общество. Он оставил большой след в моей жизни, в жизни, я думаю, многих хирургов, которые здесь сидят. Он дал путевку в жизни и вот Олегу Александровичу Коваленко, вот мы с ним всегда говорим, и Михаилу Михайловичу Алшибаю, и многим другим хирургам, которые его вспоминают в разных точках не только нашей страны, и всего мира. Также хотел сказать большое спасибо членам ученого совета, что разрешили мне защититься на этом ученом совете. Динаре Шавкатовне, которая помогала всячески готовить всю эту документацию, которая была для меня самым сложным. Большое спасибо рецензентам за проведенный труд, коллегам, без которых бы этой работы не состоялось, эндоваскулярным хирургам, кардиологам и семье, которая меня поддерживала. Спасибо большое. Так, спасибо. Вопрос передается на тайное голосование. Нам необходимо избрать счетную комиссию. Предлагается следующая кандидатура. Это доктора медицинских наук, профессора Сигаев Игорь Юрьевич, Аракелян Валерий Сергеевич и Ключников Иван Вячеславович. Кто за то, чтобы избрать данный состав счетной комиссии, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принято единогласно. Прошу комиссию приступить к работе. Thank you.
все бросили голосовать. Куча. Я подумал, по А я тут думал, что тебя. Поэтому я даже это самое уже записал, что 7 человек. А сколько там? А сколько там? 24 человека. А, 23. Нет, 23 присутствует. Известно? Присутствует 17. Нет, 18. Я же не расписывался, а тут сейчас. 17. Сейчас надо посчитать. 17. И 7 по специальности. Специально 7, да? 7 хирургов. Давление в бане не ложит. А я предварительно. Я же знаю, что ты присутствуешь. Да, считаешь. Нет, ну жить там.
Назар. Все, да? Ну, правильно. Ну, мы готовы. Позовите. Сейчас. Подождите, сейчас. Уважаемые коллеги, слово предоставляется председателю счетной комиссии, доктору медицинских наук, профессору Сигаеву Игорю Юрьевичу для оглашения результатов тайного голосования. Уважаемые коллеги, комиссия в составе профессоров Сигаев, Аракелян, Ключников. Она была избрана для подсчета голосов, для тайного голосования по диссертации Кандаурова Расланхана Ильдархановича на изыскание ученой степени доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии, шифр 14-01-26. Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек, присутствовал на заседании 17, в том числе докторов наук по профилю, 7 человек. Соответственно, роздано было бюллетеней 17, осталось нерозданных 6, оказалось в урне 17. После подсчета всех бюллетеней, результаты голосования за 17, против нет, недействительных нет. Я прошу утвердить протокол счетной комиссии. Кто за то, чтобы утвердить его, прошу поднять руки. Кто против, воздержался, принят единогласно. Нам необходимо также принять проект заключения по диссертации. Пожалуйста, Динара Шавкатовна.
Рассмотрев материалы, поступившие в диссертационный совет, совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований впервые в стране разработан этапный гибридный подход лечения пациентов с мультифокальным атеросклерозом. Определена тактика лечения пациентов с ЭБС и мультифокальным атеросклерозом с применением открытых операций на сердце и эндоваскулярного вмешательства на сонных артериях на основании анализа 10 тысяч коронарографий пациентов с ишемической болезнью сердца. В клиническую практику внедрен этапный гибридный подход в лечении пациентов с отчетным поражением каротидного и коронарного бассейна с целью снижения расхода на лечение и минимизации осложнений при лечении данной категории. Выявлены преимущества операции на работающем сердце перед операциями с искусственным кровообращением, которые заключались в меньшем количестве летальных исходов против 1,3% против нулевой летальности. На основании результатов интраоперационной диагностики степени выраженности атероматоза аорты у пациента с мультифокальным атеросклерозом с преимущественным поражением сонных и коронарных артерий определены критерии выбора методики выполнения аорто-коронарного шунтирования с использованием искусственного кровообращения. Теоретическая значимость обоснована тем, что в настоящее время нет четких критериев определения тактики хирургического лечения больных с мультифокальным атеросклерозом, с отчетным поражением сонных и коронарных артерий, как в плане этапности, так и в плане очередности вмешательства. Диссертационное исследование доказало, что предложенный этапный подход в лечении стенозов сонных и коронарных артерий у пациента с мультифокальным атеросклерозом обладает высокой степенью эффективности, не увеличивает риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов в средние отдаленные сроки после хирургического лечения. Личный вклад соискателя состоял в сборе и анализе данных, полученных при обследовании наблюдения за пациентом, в самостоятельном выполнении всех этапов операции коронарного шунтирования и каротидной эктомии у больных с мультифокальным атеросклерозом. Обработки материала с применением статистических методов, анализ литературы, написание основных публикаций. Таким образом, на заседании 14 февраля 2020 года диссертационный совет принял решение присудить Кантаурову Арсланхану Эльдархановичу ученую степень доктора медицинских наук по специальности сердечно-сосудистой хирургии. Кто за то, чтобы утвердить данный проект по диссертации? Заключение прошу голосовать. Кто против? Воздержался? Принято единогласно. Арсланхан Эльдарханович, я поздравляю вас с прекрасной защитой диссертации, желаю дальнейших успехов в практической, хирургической и научной деятельности. Всего самого доброго.